Январские праздники закончились, пора готовиться к следующим. На мастер-классе по декоративно-прикладному искусству в рамках проекта «Химки. Интересно жить» предложили сделать украшения ко дню Святого Валентина. Юлия Макарова научила химчан создавать сердца и другие предметы романтического декора из подручных материалов. Для этих целей подойдет картон, поролон и даже воздушный шарик, который в сочетании с нитками превратится в интересное украшение. Надуваете. Обязательно шарик намазываете кремом, можно для рук. Почему? Потому что у вас склеится и будет очень тяжело оторваться. Интерес к проекту только растет. На встречу приходят все новые люди. Лидия Козилова на мастер-класс по декоративному творчеству пришла во второй раз. Несколько дней назад изготавливала сувениры в форме бабочек, а сегодня подготовилась ко Дню влюбленных. Конечно, это можно применить и для работы с детьми, предложить своим домашним, да, чтобы вот как-то использовать... подарить просто радость близким. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей. О ближайших мастер-классах можно узнать из газеты «Химкинские новости». У нас проходит в неделю 100 мероприятий, ну где-то от 80 до 100. Во всех Химках. Старых, новых, под Рисково, на Левом берегу, на Сходне, Новопогрейске. Соответственно, они также разбиты по микрорайонам. Больше информации в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.